Так, один знакомый попросил меня снять фильм о машине Toyota Tundra. Я вот недавно прикупил ее, а он в другом городе живет. Ну и попросил, говорит, покажи мне, что это такое за машина. Toyota Tundra. Ну, это машина, выпущенная в Америке, выпускающаяся для Америки, но японской фирмы Toyota. Такой, наверное, самый большой пикап. В данном случае он с кунгом. Кунг покупается отдельно, устанавливается. Вот. В Японии эта машина не выпускается. Японцам такая не нужна. Самый большой пикап, ну, по документам, значит, легковой бортовой. Вот. Колеса 20 дюймов, но ставятся и на 18. Но на 18 они мелковаты для такой большой машины. Это комбинация пикапа и джипа. Вот такая вот машинешка. Опций очень много, зеркала с подогревом там, прочее, прочее. Ну, вот что у нас здесь есть. Ну, вот хороший стоит магнитофон. Тут 11 аж колонок. Сзади сам буфер. Тут всякие зеркала, значит, с открыванием ворот. Можно 3 устанавливать радиосигнал, значит, настраивается на 3 штуки ворот. Там калитка, то есть ворота, там ворота в гараж, там еще что-то. Но я пока ничего не устанавливал. Вот. Что тут еще? 4 ВД. Здесь, значит, оно включается вот этой вот поворотом рукоятки. Пониженная включается и полностью отключается передняя, значит, передний привод. И можно, в принципе, так ездить вот просто на заднем приводе. Есть, значит, у него еще кнопка тут, под такой режим, если что-то, значит, буксировать. Включаешь, выключаешь. В данном случае кожаный салон, огромный бардачок. Ну, в этом бардачке, конечно, бардачок и есть для бардака. Складывать можно всякой ерунды очень много. И сюда же устанавливается холодильник. Он, видимо, отдельно покупается. И вот есть подключатель под холодильник. 12 вольт. То есть вот. Ну, что еще тут примечательного, замечательного? Ну, так вроде все как в обычной машине. На руле все эти вот переключатели есть и для телефона, и для магнитофона. Это, вернее, не магнитофон, конечно, это там диск и USB вход. Вот. Режимы. Ну вот тут коробка у него. Есть, значит, автоматические переключатели. Можно ставить на вот эту вот штуку, типа ручной коробки. Переключаешь в рычаг. Устанавливается. Так. Сзади очень много места. Гораздо больше вот это вот расстояние, гораздо больше, чем в Land Cruiser там. Или в каком-то другом джипе. Задние сиденья складываются вот так. Таким образом, ну, там можно просто до самого вот так вот. И получается как бы еще один такой багажный салон. А вот сам буфер. Вот это вот. Заднее вот это стекло, которое ведет в кунг сам. Оно опускается автоматически.
Вот. В некоторых тундрах здесь находятся еще дополнительно телевизоры в подголовниках задних. Или же один висит вверху. Здесь этого нет. Хотя это комплектация Limited, то есть это почти полная комплектация. Ну, сзади редко кто ездит, да и зачем смотреть кому-то телевизор. Потому здесь вот один телевизор. Он и телевизор, он и для DVD находится там вот на передней панели. Вот. Сиденья эти еще подвигаются, да, они выдвигаются вперед. Вот таким образом. И вот так раскладываются. То есть получается такое полулежачее для удобства. Вот, ну что еще рассказать. Ну, здесь подвеска ТРД. Ну, такая вроде как какой-то такой бонус ТРД почему-то. Вот. Все любят вот это сочетание букв. Я не знаю, правда, что это значит. ТРД. Ну, это фирма какая-то выпускает. Вот так она выглядит сбоку. Вот, ну перейдем к самому. Вот так, значит, вид ее сзади. Это тундра, Toyota Tundra. Открывается просто. Вот так. Открываем стекло. Опускаем вот так вот заднюю дверь. Ну, здесь метр семьдесят длина кузова. В данном случае он у меня тут заполнен всякой всячиной. На окнах стоят сетки. Окна приоткрываются. Здесь есть подключатели, значит, всяких электроприборов. То есть здесь возможно, видимо, и ночевать. Стелится этот... Какая-то там... Какой-то матрас, пожалуйста. Камера заднего вида ставится. Вот она здесь маленькая. Ну, также вот для буксировки здесь есть все дела. Ну, сегодня у нас тут дождик небольшой. Потому машина немножко запачкалась, колеса грязные. Ну, что еще тут есть интересного? Ну, двигатель, да, двигатель. Двигатель, конечно, это, ну, такой своего рода монстр, зверь. Около 400 лошадиных сил. Точно там 385 или что-то такое. Ну, говорят, что я, правда, сам не пробовал, но говорят, она где-то за 6 секунд сотню набирает. Это при ее весе в 2,5 тонны. Вес без нагрузок, без... Вот такая вот машина. Такой этот вот зверюга. Ну и если что-то упустил, потом добавлю. В общем, мощная машина с кузовом. Ну и в то же время джип. Ну вот, спасибо за внимание. Все.